Новости. День славянской письменности и культуры отметили жители Ставрополя. Праздник традиционно прошел на каскадной лестнице Казанского кафедрального собора, куда пришли десятки жителей и гостей краевого центра. На празднике зрители погрузились в мир музыкальных произведений русской культуры. В исполнении епархиального хора, казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь», детского фольклорно-этнографического ансамбля и других творческих коллективов города. Славянские народы именно в этот день как никогда вспоминают о своей идентичности, и мы низко кланяемся и говорим спасибо Кириллу и Мефодию, братьям-просветителям, которые подарили нам эту уникальную возможность, гармонизировали и дали звучание языкам славянских народов. Рядом с концертной площадкой жители смогли оценить выставку духовной литературы Ставропольской епархии, а также работ народных умельцев. Тамара Гадомская, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.